Дамы и господа, всем приветик, с вами Мамкин Хакер, Кент ПК, я как обычно на проводе. Прямо сегодня я вам покажу два самых топовых и самых крутых клана, где самые сильные игроки мира. Поэтому, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. И первый самый сильный клан — это, ребята, клан Киборги. Это самый сильный клан на земле. И глава этого клана — это Кент АПК и Тик-Так. Ладно, это шутка, я пошутил. Ну и первый самый сильный клан — это чемпионы мира по киберспорту, клан ПКС. Ребятки, давайте посмотрим. Вот их состав. В клане 9 человек. И есть как раз одно свободное место для меня. Поэтому, ребята, кто хочет, чтобы Кента приняли, хэштег Кента в киберспорт. Будем всех там тащить на эмуляторе. И глава этого великолепного клана — это парень под ником Abyssbasher. Давайте посмотрим, какой же у него КД. КД 1.8. Ну, честно говоря, я видел и побольше. КД в общей статистике 3.75. Ну, как я понимаю, если он глава клана, то он, наверное, самый скилловый, да? Хотя я, может, ошибаюсь, не знаю, поправьте меня в комментариях. Звание Феникс. Любимое оружие — АКР, на втором месте АВМ и на третьем Дигл. Слушайте, ну прям очень-очень хороший выбор. Так, ну что же, давайте посмотрим дальше. Скилл. О, я знаю этого парня, я же с ним даже дуэлился. Если кто не видел, можете посмотреть видео на канале. У него ранг мастер. Ой-ой-ой, да вы что, вот этот хэштег по красоте. Общее время в игре 2600 часов? Обалдеть. Я честно вам вот не вру, я никого не видел в игре, чтобы у него был такой же онлайн, как у скилла. Вот ни единого человека в игре не видел, что у него был онлайн 2600 часов. Обалдеть. Общая статистика 2.57. Блин, даже у скилла ранг выше, чем у меня. Но тем не менее, я ему проиграл со счетом 8-4. И то, я ему поддавался. Ха-ха. Так, Лондон. О, Лондон! Вы все прекрасно знаете, что Лондон — это самый скилловый игрок в мире, в СНГ и везде. По версии 2019 года, если я не ошибаюсь. Ранг рейнджер, КД 2.0 соревнователям, а в общей статистике 3.28. Любимое оружие — АКР, АВМ и Desert Eagle. Ну, все понятно, как обычно. Типичный набор киберспортсмена. Ну, а прямо сейчас я вам покажу главного нуба... Нет, это не я! Главного нуба клана — это парень под ником Error. Ладно, это опять шутка, тут нубов нету, я шучу. Это просто человек, у которого самый низкий ранг и самая низкая КД в соревновательном режиме. Давайте мы на него посмотрим. КД 1.51. Ну, честно говоря, как-то очень-очень маловато, учитывая то, что у него 1100 часов. А ранг у него рейнджер. Ну, что, тоже капец как маловато. Точность АКР 7.5%? Обалдеть, он что, слепой? Да ну нафиг, а ну какая у меня точность, давайте проверим. Да даже у меня 11% точность. А что такая низкая точность? Ребята, кто знает что-либо про этого человека, напишите, пожалуйста, в комментариях. Он хороший парень, но мне просто интересно, почему у него такая низкая точность. Как думаете вы, напишите в комментарии. Вот это второй самый сильный клан. Он называется Saints. Я его нашел в поиске по четвертому запросу. Давайте сразу посмотрим, сколько людей. В клане состоит 10 участников. Окей, я понял. Смотрим, кто же все-таки глава клана. Скорее всего, это какой-то жесткий человек. Возможно, у него даже глобал. А ну-ка. Чего? У него голд 4? Офигеть, не встать. В соревновательном режиме рейтинг 1.45. А ну-ка. А в общей статистике 2.73. Обалдеть! Не, ну зато точность с АКР у него 14%. И процент убийств в голову 59%. То есть, парень тоже красавчик, я уверен, играет очень-очень хорошо. Мне было бы интересно поиграть против него. Также я смотрю, есть еще какой-то человек, он в сети. Давайте посмотрим, кто это такой. О, рейнджер, КД 1.62. Обалдеть! 2200 часов онлайна, охренеть! И у него тоже точность с АКР 7.4%. Блин, а чё такая низкая точность? Я чё-то вообще не понимаю. Процент убийств в голову 66%. Я понял. Так, а вот это общая статистика. Тут уже поприятнее цифры. Точность с АКР 12.4. Процент убийств в голову 71.5. И общая КД 3.74. Ну, тоже очень-очень хорошо. А мне вот интересно, есть ли в этом клане хоть кто-то глобал? Хоть один... Глобал! Охренеть! Глобал! Глобал с КД 1.37.
Блин, теперь я видел все. Global CD 1.37. Не, ребят, он ни в коем случае не нуб, вы не думайте. Не дай бог я хейты словлю за это. Никто не нуб, все проигроки. Я нуб, я. Можешь меня обзывать в комментариях. Никто не нуб, все проигроки. КД в общей статистике 2.09. Блин, а чё такой маленький КД? А как он легенду получил? Нифига себе. Так. О, Ники, это же ютубер, я его знаю. Так, какой у него КД? Голд 4? А чё такой низкий КД Голд 4? Блин, ну чё-то вообще маловато. Любимое оружие АВМ. Нифига себе, вот это солидно. В общей статистике КД 4.82, ну тоже очень-таки неплохо, и процент убийств голову 50%. О, смотрите, вот такая должна быть точность убийств. Смотрите, тут точность 16.4 с АКР и 25.7 с СМ-ки. Вот это, ребята, я считаю, самая крутая точность, какая должна быть у настоящего киберспортсмена. И человек, у которого самая низкая статистика, это психолог. Я не знаю, возможно, он там преподает психологию у них на тренировках, но, ребята, к сожалению, КД у него всего лишь 1.22. Это очень плохое КД. А, так он даже не откалибровался! А, так у него ранг, как у меня, голд 1! Или какой у меня ранг? А ну давайте проверим. Так. А, у меня нет вообще ранга. У меня вообще нету ранга! Ну что же, мои уважаемые подписчики, большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк. Если я в чем-то не прав или вы хотите кого-то обозвать нубом, то, естественно, комментарии для вас всегда открыты. Самое главное, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.